Впереди главное событие года для православных. Верующие готовятся встречать Пасху. На богослужение сходить. Пост перед этим идет великий. Вот. И затем уже праздник, торжества, торжеств, победа жизни над смертью. Что Господь победил смерть, всем даровал жизнь будущую. Бог, если зажжется пламя это вечное, то все у нас мир будет. Православный праздник, поэтому традиция такая наша, русская, поэтому мы отмечаем. Яйца красим, как обычно, этот кулич. Утром встаем, поздравляем друг друга. Яйца, красители для них и термопленка продается в любом магазине. Да и куличи в торговых сетях большое разнообразие. Они разные по весу, украшению и цене. Стоимость в среднем варьируется от 60 до 300 рублей. Однако большое количество жителей Барнаула планируют испечь главный гастрономический символ Пасхи самостоятельно. Свой-то вкуснее. Рецепт у меня очень длинный. У меня смирновский кулич, он там записан, и я все поэтапно смотрю. Но сейчас только вот как бы проблема вот с этими дрожжами мягкими, да, не везде они есть сухие. Но вот как бы там все равно это можно обойтись без этого. Но кулич должен быть вкусный, сладкий, сделан своими руками. В магазине это хлеб. Рецептов пасхального кулича тоже много. Например, чтобы испечь традиционный классический, понадобится следующее. Килограмм муки, пол-литра молока, 200 грамм сливочного масла, 300 сахара, 6 яиц, сухие дрожжи, ванильный сахар, соль и, конечно, изюм. По среднему продуктовому ценнику домашний кулич обойдется порядка 300-400 рублей. Но главное – делать это с любовью. Любовь. Вот. Все с любовью сделано. Вот. Я люблю готовить, поэтому классический рецепт дрожжевой, там, с сливочным маслом, с мукой, ну, стандартный там набор ингредиентов. Глазурь тоже стандартная, белковый крем взбитый с сахарной пудрой. Это вкусно, если это хорошо приготовлено. Ну, не будет вкусно, если плохо готовить, ну, вообще это вкусно. Осветить яйца, куличи и пасхальные продукты можно в субботу, 4 мая, после божественной литургии в любом действующем храме Алтайского края. А для тех, кто не успел, такая возможность будет утром 5 мая в сам праздник. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком».